приветствую всех, кто смотрит мой канал. Друзья, а также гости канала Серебромания. Сегодня к вашему вниманию я представляю новую монету. Это 2 доллара NIOE, страна такая, 2020 года. Монета называется «Ревущий лев». Тираж у этой монеты большой, но есть одно небольшое «но». Когда эти монеты простые, только вышли в продаже, их очень быстро раскупили. Даже я, планируя купить хотя бы несколько штук, прозевал и не получилось. То есть, поэтому пришлось докупать на недавней ярмарке в Праге такие монеты. То есть, я предполагаю, что цена и ажиотаж на эти монеты, потому что очень красивый и интересный дизайн у монеты. Действительно красивый лев, и смотрится монета шикарно и не как простая инвестиционная, да, она действительно необычная. Также я предполагаю, что какое-то еврейское общество взяло и скупило весь тираж, ну или по крайней мере большую часть тиража, либо на подарки, либо с перспективой роста, да. Поэтому монет таких осталось немного продажи, да, вот я был на выставке и купил немножко, и теперь предложу вам. То есть, если кому-то надо, надеюсь, все помнят, у меня аккаунт на мешке Поливетер, либо пишите в личные сообщения, и без мешка купить монету будет немножко дешевле, да. Надеюсь, монета вам нравится, обзор тоже. Ставьте лайки, оставляйте сообщения. Всегда рад общению. До связи.